чем ты так занят? Ты опять художником стал? Ага, мама, я тебе нарисовал зиму, Теллы, целый альбом. Фу, вот и закончил, посмотри. Молодец, Лучик, какая веселая зима у тебя получилась. Да, весела, Теллы. Как дружно друзья твои катаются с горки. Один на санках, другой на лыжах. Да, мунчалтат катаются. Вот и Чук на лыжах катается. И Чук – ече дэны мунчалта. Ече – лыжи. А Айвика, Чачи на санках катаются. Айвика и Чачи издер дэны мунчалтат. Издер – санки. Ой, какая красивая снежинка получилась у тебя. Это, мама, лумпарче. А когда их много, скажем, лумпарчевлак, и получится снег лум. Красивый рисунок получился у тебя. И все белым-бело. Ошо, ошо! Белый, по-марийски скажем, ошо. Какой ты у меня молодец! Мама! Мама! Какая волшебница гуляет по небу! И все ниже и ниже опускается на землю. Вся украшена цветами, листочками и бабочками. А в руках корзинка с цветами. И так красиво поет. Юкече, иди, помоги ей донести корзину с цветами до земли. Помогу, мама, помогу! А потом к друзьям загляну, хорошо? Хорошо, хорошо, Лучик. Только возвращайся вовремя, не задерживайся. Подожди! Подожди меня! Я хочу помочь тебе корзинку донести. Тау, Юкече, от помощи не откажусь. А ты знаешь, как меня зовут? И умеешь по-марийски разговаривать? Да, я ведь добрая волшебница весна. Шошо, за помощь твою я тебя отблагодарю. Покажу тебе, как наступает весна, Шошо на земле. Ой, как интересно! Тау, Шошо! Мы с тобой все ниже и ниже спускаемся на землю. Вот я рукой поглажу землю, и снега начинают таять. Снег лум, а тает. А тает шула. Шула, шула, лум шула. Тает, тает, снег тает. Кругом вода. А вода по-марийски скажем вид. А в слове вид есть красивый марийский звук «и». Его нужно произносить так. И, и, ви, ви, вид. Вода. Вид. Молодец, Юкече. Когда тает снег, получается вода и образуются ручьи. Посмотри еще раз, как это получается. Ручеек. По-марийски скажем йоганвит. Ручеек йоганвит. А ручейки йоганвит, Влад. Как красиво они журчат. Куда текут? Они текут в большие реки и озера. А течет по-марийски скажем йога. Йоганвит йога. Ручеек течет.
А теперь, Юкечи, покажу, как деревья оживают весной. Поглажу их рукой. На деревьях начинают набухать почки. Лашташнервлак. Еще раз поглажу, отдам свое тепло. Появляются нежные зеленые листочки. Знаю, знаю! Листок – лашташ. Изи лашташ. А зеленый – ужарги. Изи ужарги лашташ. А почки – почки? Лашташнервлак. А зеленые листочки – изи ужар лашташвлак. Так будет правильнее. Ага, лашташнервлак – почки. А зеленые листочки – изи ужар лашташвлак. Молодец, Юкечи. А теперь нужно, чтобы расцвели первые весенние цветы – подснежники. Подай мне корзину с цветами. Сейчас я их рассыплю по проталинкам. Вот и подснежники расцвели. Ой, как красиво! Шоша, скажи, как слово «подснежник» по-марийски сказать? Подснежник по-марийски скажем «кидронгар». Кидронгар. Подснежник. Юкечи, в этом слове, кроме красивого марийского звука «и», есть еще один интересный марийский звук. Ой, у меня не получается. А я научу тебя. Если внимательно будешь слушать и повторять за мной, то все у тебя получится. Наш язычок живет в домике, во рту. Там есть потолок, пол, окно. Для того, чтобы правильно произнести звук «н», язычок поднимаем к потолку и воздух пропускаем через нос. Запомни, язычок не должен попадать к зубам, подоконнику. Попробуем. Н, 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 н. Ой, не получается. А почему не получается, ты понял? У меня язык упирался к зубам, к подоконнику. А надо вот так. А теперь скажи «онг», «онг», «онгар», «кидронгар». Ага, «онг», 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 «онгар», «кидронгар». Подснежник «кидронгар». Молодец, Юкечи. Все получилось. Шоша, а как скажем по-марийски «цветет»? Слово «цветет» по-марийски звучит «пеледеш». «Кидронгар» – «пеледеш». «Пеледеш» – «цветет». «Кидронгар» – «пеледеш». Подснежник цветет. Молодец, Юкечи. Тау помог мне донести корзину с цветами и весенними делами справиться. А теперь мне пора дальше. А тебя, смотри, ждет Тачана. Слышишь, какую красивую песню поет про меня? Вот тебе букетик для нее от меня. Чеверон, Юкечи! Чеверон, Шоша! Мотор, Шоша! Муа! 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 Чеверон! Красиво поешь. Салам, салам, Юкечи. Радуюсь весне. А весна по-марийски скажем «Шошо, Тачана, Шошо Толан».
Шоша Толан Юкичи, а откуда ты знаешь? А я Татьяна с Шоша познакомился, и она многому меня научила. Вот тебе весенний букетик от Шоша за твою красивую песню. Тау-тау, Юкичи. Юкичи, а ты дамо? Ты де? Кидронгар! Кидронгар! Подснежник! А подснежник цветет? А кидронгар пеледеш! Цветет! Молодец! Юкичи, а ты дамо? Ты де? Лышташныр влак, почки. А еще шула тает, вода, вид, йоган вид, ручеек, а течет йога, вот. Ну, Юкичи, молодец. Вот тебе подарок от меня, бумажный кораблик. Пошли к ручейку, йоган вид, пускать кораблики. Ой, как интересно. Побежали. Посмотрим, чей кораблик быстрее поплывет. Татьяна, я опять заигрался. Мне пора домой. Мама ждет, беспокоится. Чеверон! Чеверон! Завтра прилечу!